В воскресенье православные отметят Покров. В этот день верующие обращаются к Богородице в надежде на ее заступничество и благодать. Супруги Прохоровы из Чесмы уверены, их семья находится под защитой. Венчались они именно на Покров. Николаю Ивановичу 52, его вот супруге Ирине Ивановне 50. Иконы, которые нам вручили при венчании, икона Спасителя и икона Богородицы. Теперь это покровители нашей семьи. Еще вот колечко у супруги, вот, видите, тоже спаси и сохрани. Это на венчание я ей одел это колечко. И теперь оно всегда со мной. Николаю Ивановичу 52, его супруге Ирине Ивановне 50, венчались вскоре после свадьбы 20 лет назад и уверяют, после этого семья стала только крепче. Они воспитали двух дочерей. Когда те выросли, взяли из детского дома еще двоих детей, брата и сестру. Сейчас Николай работает инженером, а его жена вяжет вещи на продажу.